16 апреля. Хожу, брожу, проверяю, как мои экзоты перезимовали. Тут поналетела всякая дрянь, сейчас буду разгребать. Это у меня японский, китайский лимонник. Лимонник китайский. Весь целенький, весь уже почечка просыпается, что очень плохо. Потому что весна у нас очень коварная в Сибири. В общем, по всей длине он дал новую веточку и... Ну, что ты? В общем, разбуживает все почечки. Все прекрасно по всей длине. До самого-самого-самого макушечки. Еще один экзот у меня. Актинидия Исаи. Вот она живая. Вот это у нее прошлогодний. Она у меня отмерзла по самый корень. Потом отошла. И кое-кто у меня нечаянно выдернул из-под нее всю сетку. Она вот тут наплелась вокруг чего можно. Такие вот у нее ветки. Все живые. Но у нее тоже. Она очень рано выходит из сна, открывает почку. И хана ей. Будем смотреть, что в этом году она поумнела или нет, не знаю. Моя Ирга Ламарка отболела, пережила. И вот такая красотка вышла. Тоже уже почка живая, набухает. Очень красиво. Но тоже рано радоваться. Буду ждать возвратных заморозков. Голубика. Моя голубика. Вот такого она в ужасном, я считаю, состоянии. Ну, никак мне не хочет расти голубика. Вот вторая. Зато елки вон какие уже. Прижилась. Прекрасно себя чувствует. Одна, вторая и третья. Еще где-то четвертая, я забыла, где она у меня растет. Ну, в общем, все очень по-разному себя чувствуют. Зато классно себя чувствует. И, ой, жимолость. Сейчас покажу. Вот она, жимолость. Вот такой вырос стволик конский. Мне почти до талии. И вот он уже единственный набрал почку. До зеленого. Ну, прям вот-вот распустится, в общем. И вторая, она другая. Вот она у меня закрыта от мужчин моих. Тоже огромная, почему-то не кустом, а хочет деревом. Вот внизу еще пустила ножку. И елки с ней у меня все прижились. Надо куда-нибудь их отсадить. Потому что, вот смотрите, жимолость обычная. Садовая, она выглядит вот так. Но они тоже два. Вот дерево молодые, а вот кусты такие уже повзрослее. А эти вот палки просто. Ну, будем дальше смотреть. Может, прищипну, чтобы она боковые свои почки пустила. Ну, может, ей надо деревом быть. Это дереза. А по-нерусски ягоды годжи. Я ее ломала, тут посмотрела, в общем, ну, короче, она делает вид, что она жива, хотя выглядит очень мертво. Но подождем. Но ломается как живая. Вот здесь это розовая смородина моя голландская, красавица. Собирается ягоду дать в этом году. Очень хочу, очень жду. Их у меня две, вторая тоже. Прекрасно себя чувствует. Видите, у нас вот эта травка адская. Это вот наш ад. Она вырывается с целым клоком земли. Вот пока такая маленькая, потом станет вообще огромная просто. И ее ничем не сдвинуть с места. Ну вот всех вроде экзотов пока. У меня их очень много, но пока кого вспомнила. Не бойтесь, в общем, экспериментируйте, садите все, жалко, не жалко. Что-то погибнет, а что-то будет у вас радовать.